Качественные и безопасные дороги. Сотрудники Дорожного фонда Тверской области проинспектировали ремонт участка Торжок-Осташков. Специалисты оценили качество проведенных работ. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет ремонт участка Торжок-Осташков. Он имеет высокую интенсивность движения транспорта, по которой осуществляются в том числе пассажирские и школьные перевозки. Помимо этого, дорога проходит по туристическим маршрутам в Осташковский район, к озеру Селигер, Нило-Толобенской пустыни и истоку Волги. К ремонту автомобильной дороги Торжок-Осташков подрядная организация приступила в мае этого года. В нормативное состояние приведут 25 километров в этом году и 5 в следующем. Ремонт осуществляется по технологии регенерации. Данный способ заключает в себе переработку старого асфальтобетона и его использование после добавления гранитного щебня и битумной эмульсии. Всего на объекте уложат 3 слоя асфальта, причем верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такая технология применяется для исключения появления трещин на дороге. Каждый этап работ проверяется нашей лабораторией. Сотрудники почти еженедельно, ежедневно выезжают на объект, отбирают образцы уложенного покрытия и проверяют их в нашей лаборатории. Сейчас на объекте выполнено фрезерование имеющегося покрытия, вырублен кустарник. Подрядчик завершает устройство слоя из асфальта, гранулобетонной смеси и нижнего слоя покрытия дороги. Наша организация использует передовые технологии как в работе, так и в передавании смеси. В смеси мы используем модифицированную добавку для увеличения качественных характеристик смеси. То есть все современные добавки, что есть, используются. В завершении работ на объекте укрепят обочины, отремонтируют съезды, заезды, карманы и площадки для остановок автобусов. Всего в 2019 году запланировано привести в нормативное состояние около 550 километров региональных и местных дорог. Всего 375 объектов. В Твери отремонтируют более 33 километров улично-дорожной сети. На эти цели направлено свыше 840 миллионов рублей федеральных и областных средств.